Ребят, всем привет! Сегодня на нашем объекте, как можно услышать, очень много посторонних шумов. Все правильно. Здесь у нас строят самый настоящий дом. Здесь добывают самую настоящую воду. Сегодня пригород ПРО на объекте в городе Санкт-Петербург бурит свою скважину для того, чтобы поставить в дальнейшем канализацию на новом доме, на участке, где люди будут жить весело и счастливо. Поехали! Прямо сейчас за моей спиной профессионалы из Пригород ПРО под руководством бригадира Дмитрия Барсукова добывают самую настоящую воду. Какая глубина скважины, почему был выбран именно такой принцип получения воды на участке, сегодня об этом и о многом другом мы с вами и поговорим в нашем выпуске. На этом объекте мы сейчас проходим 32 метр скважины. По геодезии предварительной вода находится на 50. Бурение проходит спокойно. Грунты здесь песок и глина. Первые 10 метров это песочек. Был небольшой плывун. Дальше глиняный слой. Под глиняным слоем будет у нас залегать водоносный. Как говорится, без воды и ни туды, и ни сюды. И как сказал Дмитрий, объем работ на этом объекте у нас действительно большой и впечатляющий. День первый. Мы бурим скважину, и ориентировочно вода будет на глубине 50 плюс метров. День второй. Мы здесь устанавливаем септик. К слову говоря, по моему мнению, это грамотное решение, и оно, пожалуй, весьма обосновано, потому что септик, как основа автономной канализации, устанавливается еще на этапе строительства дома, когда еще не облагорожен участок, когда еще не закопаны так называемые деньги в землю, когда не нужно будет делать ту работу, за которую ты уже уплатил ранее. Ну и третий этап – это установка всех сантехнических узлов, развязок в этом самом доме. Другими словами, профессионалы из Пригород ПРО – это must-have для всех, кто решил обеспокоить себя строительством. Тебе нужна вода – Пригород ПРО. Тебе нужен септик – Пригород ПРО. Тебе нужна разводка сантехники – Пригород ПРО. Профессионалы из Пригород ПРО знают, решают и обеспечивают. У нас появилась малогабаритная буровая установка, которая позволяет нам, куда ни проезжает крупная техника, заехать и пробурить скважины до 100 метров. Наши заказчики, в первую очередь, это люди, кому трудно проехать на большой технике, либо участок уже спланирован и требуется заехать малогабаритной установке. Любой район Ленинградской области мы можем обслужить и поставить скважину.